Доказательство 1872 года квадратичного закона взаимности по золотарю. Доказательство удивительно простое и замечательное. Давайте я его покажу на примере двух чисел. Тройки и пятерки. На самом деле, они даже не обязательно простые. Важно, что их наибольшую определитель равен единице, и важно, что они нечетные. Ничего другого я не требую. 3 и 5 взяты только потому, что таблицу 3 на 5 рисовать намного легче, чем таблицу 7 на 9. Да? И я эту таблицу сейчас нарисую 3 раза. Размером 3 на 5. И здесь будет нарисована тоже она. Но замечательным образом один раз. Ну как шахмат. Вот у меня есть таблица. Я буду сейчас нумеровать клетки этой таблицы. Нумераций будет всего 3 штуки. Что я сделал? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Абсолютно понятная нумерация, так? Хорошо. Можно идти вот так. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 и 14. Обе нумерации понятны? То, что в общем случае также можно, тоже понятно, да? В одном случае мы идем по строчкам и переходим на следующую строчку и так далее. В другом случае мы идем по столбцам и переходим все время в следующий столбец. А вот эта нумерация будет интереснее. Мы не выберем идти по строчкам или по столбцам, а пойдем по диагонали. Единственное, здесь некуда, поэтому сюда переходим. Здесь некуда, поэтому сюда перепрыгиваем. Правильно? Здесь некуда, поэтому сюда перепрыгиваем. Здесь некуда, поэтому сюда идем. Так, значит, надо сюда, значит, идем сюда. Вот три таблицы. Ну, давайте... Это вам, конечно, хорошо говорить, что три таблицы. Давайте все-таки напишем формулу, которая задает номер в этой таблице, и в этой таблице. Так, вот это число будет x, да? Это число будет y. И какая же формула задает нумерацию в верхней таблице? X плюс qy, так? Да. Вот это формула, задающая нумерацию здесь. Да. Очень хорошо. А какая формула задает нумерацию здесь? Y плюс x. 0, 3, 6. Что? Y. Да. Плюс x на p. Правильно. Px плюс y. Это формула, которая задает номера в этой таблице. Понятно? А теперь давайте подумаем. А как здесь сказать? Ну вот, если мы будем пытаться говорить, что там вот как семерка дает нам единицу и двойку, наверное, все-таки будут какие-то проблемы. Поэтому я предлагаю следующий простой способ. Смотрите, идем 0, 1, 2, 3, 4, 5 и так далее. Формулы такие. Если мы знаем номер, то для того, чтобы получить число x, мы должны взять остаток
от деления на q. Вот такой формулы записывается x. Вот здесь вот 12, остаток 2, 3, остаток 3, 9, остаток 4. И y записывается формулой n мод p. Давайте поймем почему. Вот в начале при нашем движении было так. 0 дает остаток 0, на что хочешь. 0 дал нам 2 нуля. А при нашем движении потом номер увеличился на единицу. А x и y тоже увеличились на единицу. Ну отлично. И потом у нас при каждом следующем шаге происходит увеличение на единицу. Правда, иногда, вот, когда мы дошли сюда, то нас перебрасывают. Но эта переброска, это и называется взяли остаток от деления. Поэтому формула, которая дает x и y, вот такая. Так, поскольку до завершения доказательств осталось буквально чуть-чуть, давайте посмотрим и поймем, поняли или нет. Значит, так, есть три момента. Первый момент – это нумерация вот этой таблицы, x плюс u, y. Это понятно? Нумерация этой таблицы по x плюс y. И нумерация вот этой таблицы. Она в некотором смысле по-другому. То есть не номер задаем, а наоборот, по номеру координаты. Отлично. А вот сейчас мы должны задать себе такой вопрос. Номера здесь есть? Есть. Номера здесь есть? Здесь, да, в этой таблице. Есть. Можем ли мы написать формулу для перехода от вот этой таблицы к этой? От верхней к правой. Так, ну, давайте писать. Верхняя в правую. Формула у меня есть. X плюс QY. Вот это x плюс qy, это и есть это самое n, правда? Значит, надо взять x плюс qy, x плюс qy надо взять по модулю q, и это будет первая координата. То же самое x плюс qy надо взять по модулю p, и это будет вторая координата. Вот так записывается формула перехода из верхней в правую. Отлично. Как записывается формула перехода из нижней? То же самое, только нумерация другая. Px плюс y. Понятно? Вот. Пишем формулу. Px плюс y надо взять по модулю q. И Px плюс y надо взять по модулю p. Вот. Ну, как бы, с точки зрения алгебраиста все должно быть абсолютно понятно. Теперь нужно подумать, что здесь интересного. А вот что. X плюс QY по модулю Q это вообще-то то же самое, что X. Вот это хитрое выражение. Это просто X. Так. А это, ну, что? X плюс y мод p. Так, и здесь давайте смотреть. Px по модулю p это то же самое, что нужно. Поэтому здесь такая формула. Px плюс y мод q и y по модулю p. Ну просто y. Y по модулю p это есть y. Так. Пока все понятно. Да или нет? Да. Отлично. А теперь давайте думать. А что это за отображение такое, которое берет точку с координатами x и y и переводит ее в точку с координатами x, x плюс y? Давайте посмотрим. Это же означает, что у нас вот в этом столбце вот были числа 0, 5, 10. И фактически они остались, только переставились 5 и 10. X – это номер столбца.
была точка с координатами x, y, значит, в некотором смысле надо вот так вот нарисовать. Вот, взять здесь, разделить по вертикали. Понятно? И происходит перестановка в каждой из этих вертикалей. Так, а что за перестановка? Умножение на q и потом прибавление x. Вообще-то умножение на q это как раз и есть определение символа Легендра по Золотарю. Прибавление x это циклический сдвиг. Циклический сдвиг при этом происходит на p точках. P, ну, происходит на всем, да, на всем столбце. А p число нечетное. А когда у нас нечетное число сдвигается по кругу, это четная перестановка. Поэтому прибавление x ни на что не влияет. Это просто такой сдвиг по кругу нечетного числа элементов. Помните, я здесь не зря попросил, чтобы p и q, мне не важно, они простые, непростые, важно, чтобы они были нечетные. Они нечетные, все замечательно. Значит, вот это прибавление икса ни на что не влияет. А умножение на q – это как раз и есть определение символа по Золотарю. Значит, у нас в каждом столбце происходит фактически одна и та же перестановка. Их нечетное количество штук. Поэтому четность вот такой перестановки, которая переводит точку с координатами x, y в такую точку, вот перестановка, которая берет x, y и переводит сюда. Четность такая же, как символа купа P. Значит, вот там, где написано из верхней в правую, четность такая же, как и символ купа P. Понятно? Отлично. А правда, что я могу дальше не объяснять, что здесь будет по какому? Так. А расчерчивать надо по вертикали или по горизонтали? По горизонтали. По горизонтали. Отлично. Отлично. Мы делаем успехи. Прочти Золотарев. 1872 год. Он до этого додумался. Действительно, вот эти числа переставляются. Смотрите. 1, 4, 7, 10, 13. 1, 4, 7, 10, 13. В каком-то порядке, но... Да? Значит, четность вот этой перестановки это в точности P по Q. А там было Q по P. Хорошо. А теперь давайте зададим себе такой вопрос. А вот если взять вот эту перестановку и эту, и перевести вот так. Сколько будет беспорядков? Вообще, в принципе, понятно, что у нас была нумерация чисел от 0 до pq минус 1. Любое число от 0 до pq минус 1 однозначно предстоит в таком виде. И в таком виде, кстати, оно тоже представимо однозначно. Так? Но вот представьте себе, что у нас есть такая перестановка. Вот число 0 идет сюда, число 1 идет сюда, число 2 идет сюда и так далее. 0, 7, 14 остались на своих местах. Это теперь замечательно. А как понять, сколько у нее беспорядков? Давайте мы с вами просто-напросто напишем соответствующие неравенства. Что значит, что у нас были какие-то числа, шедшие по возрастанию, а потом они стали по убыванию? Поехали. Вот у нас было одно число. x1 плюс qy. Представим себе, что оно было меньше, чем какое-то там x2 плюс qy2. Понятно? Что значит инверсия?
Это значит, что когда мы здесь вот перевели, и здесь перевели, получив число px2 плюс y2, то вот здесь был знак меньше, а здесь стал знак больше. Вообще, бывает такое? Конечно, бывает. Давайте подумаем, в каком случае. Вот если у нас x1 плюс qy1 меньше, чем x2 плюс qy2, то вообще-то это означает, что y1 меньше, чем y2. Правильно ли это? Или они равны, но при этом x1 меньше, чем x2. Больше вариантов нет. Замечательно. Могло ли так быть, что y равны, а x1 меньше, чем x2? Конечно, нет. Потому что вот здесь тогда y будут равны, а знак неравенства стоит наоборот. Не могло. Значит, y1 должно быть меньше, чем y2. Отлично. И в таком случае верхнее неравенство обязательно будет верхним. Хорошо. Y1 меньше. Но чтобы вот это неравенство выполнялось, нужно, чтобы x1 было бы, наоборот, в таком случае больше, чем x2. Все понятно? Значит, инверсия получается, если мы берем пару чисел y1 и y2, то что y1 меньше, чем y2, и пару чисел x1 и x2, так что x1, наоборот, больше, чем x2. И вот задав такую пару и такую пару, мы получаем беспорядок. Хорошо. Сколькими способами можно выбрать два числа из p чисел? И сколькими способами можно выбрать два числа из q чисел? Число сочетаний. Правильно? Значит, всего беспорядков вот в таком отображении, которое x плюс qy отображает в px плюс y, будет в точности вот столько штук. Так вот теперь осталось просто вспомнить формулу чисел сочетания. P умножить на P минус 1 пополам. Q умножить на Q минус 1 пополам. И я уже могу писать квадратичный закон взаимности. Значит, смотрите, знак вот этой перестановки – это Q по P. Так? Знак вот этой перестановки – это P по P. Но они отличаются на перестановку вот такого знака, минус 1 вот в такой степени. Значит, квадратичный закон взаимности – записывается совершенно замечательным способом. Произведение символа Q по P на символ P по Q это есть минус единица в степени P на P минус 1 пополам Q на Q минус 1 пополам. Меня спросите, а зачем здесь P и Q? Это очень просто. Я же могу вот эту вот степень записать так. Записать, что это минус 1 в степени p минус 1 пополам умножить на q минус 1 пополам. И все это возвести в степень p. Ну, понимаете, да? Вот это вот. Минус, я рисую вот так. Минус 1 в степени pq, а это в степени p минус 1 пополам умножить на q минус 1 пополам. Но p и q нечетные числа, поэтому это просто минус единица. И вот мы получили такую традиционную форму записи квадратичного закона взаимности. Вот так это делается по Золотарю. Обращаю внимание, простота нигде не была использована. Соответственно, мы сейчас сразу доказали закон взаимности и для символа якобы тоже. Потому что при этих рассуждениях мы не пользовались ничем, кроме того, что p и q нечетные взаимопростые числа.